Всем привет, друзья! И вот после того, как в Верховной Раде Украины провалили закон новый о мобилизации, Зеленский и Ермак начали, так сказать, делать новый ход конем и решили лишить брони чиновников там и депутатов от мобилизации. Короче говоря, нашли новый рычаг сделать депутатов, которые непослушные, и отправлять их на фронт. А эта вся биомасса в Украине будет радоваться, что депутатов будут мобилизировать. Короче говоря, полный трындец. Лохотрон, Кидалова. Короче, Зеленский всех этих бывших президентов перегнал в своем, так сказать, наглости, в своем беспределе. Вот увидите, будут теперь эти депутаты местных советов и Верховной Рады, короче, голосовать как миленькие, если этот закон пройдет. Но я думаю, что эти депутаты Верховной Рады, конечно, не самоубийцы. Но поживем, увидим, конечно. Но это полный трындец, короче. Вроде и благое дело, должны все идти в армию. Но даже это благое дело Зеленский в свою пользу, короче, хочет, так сказать, перевернуть.